преддверии Дня народного единства по всей стране стартует акция «Беларусь единая». В планах автопробеги, выставки и диалоговые площадки. Спикерами станут лидеры БРСМ, профсоюзов, объединения «Белая Русь». Открытый разговор по актуальным темам информационной повестки, в том числе острым, поможет найти ответы на волнующие вопросы. В Беларуси продолжаются учения ОДКБ, задействовано более 2000 военнослужащих и 500 единиц техники. Тренировки проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей. На Обуз-Лесовском, например, работают разведчики. Для исследования местности бойцы используют самые современные технологии – квадрокоптеры и системы связи. В октябре на добровольцах опробуют белорусскую противовирусную вакцину. Это защита от гепатита, гриппа, оспы и списка других болезней, которые сейчас проходят дополнительные апробации. Необходимость в отечественном препарате возникла во время пандемии коронавируса. На пожаре по улице Сак МЧС спасли 2 человек. ЧП произошло ночью внутри чердачного помещения. Огнеборцы ликвидировали пламя в считанные минуты. В результате повреждены кровля, стены и потолок. Причины выясняются. Еще одно возгорание произошло вечером в квартире на Советской. В этом случае никто не пострадал. В Бобруйске продолжается борьба с несанкционированными рынками. В 2022-м врачи-гигиенисты провели 39 мониторингов, в 2023-м уже 51. Чаще всего у продавцов отсутствует медсправка и необходимые документы, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность товара. За нарушение штраф до 1111 рублей.